Первое число. Отдыхаем. Все скошено. Убираемся. Вот мы сегодня никуда не идем из-за Лехи, потому что сказал, пока, говорит, все не перекалю, никуда, говорит, сегодня не пойду. Решил прогуляться по лесу. Думаю, дойду до второго поля. Может там связь есть. Связи вообще нигде нет, связи. Так вот мы тут катаемся. Немножко промел дорожку пошире, потом было проще, легче. Собрались на болото. На болото собрались. Да, собрались на болото. Сейчас, наверное, да, поедем. Мы хотим набрать морожки. Морожки? Да. Немножко. Цигель. Будет полное. Вот, смотри, здоровье. Леха сейчас оденет свои бродни и наберет морожки. Вышли, да, в лес. Только нам был. В лес. Вышли в лес. Третьего дня. Сыры, сыроежки-то есть. Сыроежек-то много. Чё там, черника? Я вообще ничего не вижу. Ни морожки, ни черники. Две ягодки нашел. Главное начать.
Морожка есть, но нужно ее собирать. Вот. Почти пол баночки набрал. Я понимаю, надо баночку набрать, да? Ладно. Найду, так наберу. Ищем, ищем морожку. Ищем. Вы видите морожку? Она есть. Вон ее сколько. И надо собирать. Нету. Никого пока нету. Он потом придет, когда будет брусник. Морожку он, походу, наверное, не ест. Да. Так а что он с нее, наверное, опьянеет? Немножко осталось еще. Еще найду, доберу. Все. Видишь, да? Вот. Надо найти только. Надо верить. Ждать. Ходим, ходим. Ходим по болоту. Ищем эту морожку. Собрал Наташке баночку морожки. Пусть попробует не съесть, да? Все, что было. Там еще Леха все остальное добрал и Андрюха. Все. Сегодня 1 августа 2022 года. Мы только что вышли с болота. Пособирали немножко морожки. Вот сейчас вышли на связь. Позвонили домой. Сказали, что все у нас хорошо. Первые два дня сплавлялись по Неленьке. Поймали рыбки немножко. Я вчера тоже отличился. Целых две щучки поймал. Это первый раз за 3 или за 4 года. Ну, не идет ко мне рыба, так не идет, ладно. Я за экологию. Так что вот. Андрюха там сидит, жалуется. Ну ладно. Всем добра, здоровья, всего хорошего.
Ребята сходили за дровами куда-то, запилили. Куда-то что-то нашли, говорят. Куда-то сходили. Вот опять лесник ходит, пожарник. Блин. Ищут пожарные, ищут милицию. Что с дровами делать, даже не знаю теперь. Газпром. Yes,